Alo, Hôm nay bận khách rồi em. dạ, Slavari Da Slavari, Nastalili rat knigi, учебники, tetradi, Slavari dạ. Что сейчас идет? Bây giờ đang có cái gì? Сейчас Мы на уроке. Мы на уроке. Да? Да, Сейчас мы на мы на уроке. уроке, мы Что на мы уроке. изучаем? Мы изучаем грамматику. Да, мы изучаем грамматику. Хорошо. А, так, кто спрашивает? Кто спрашивает? Иван Петрович. Иван Петрович спрашивает, а кто отвечает? Том отвечает, где Том сейчас живет? Том сейчас живет? Том сейчас Живет. живёт би б В Петербурге. Петербурге. В Петербурге, да? А, так, Том сейчас живет в Петербурге. А где живут его родители? Они живут в Америке. Они живут в Америке, да? Они живут в Америке. А, хорошо. Yeah. А, так, а где Рамон живет? Рамон тоже Живет, живет. Да. живёт в Петербурге. А, тоже живет в Петербурге, да? А, хорошо. А где он живет конкретно? Где он живет конкретно? Он живет? Живет? Конкретно? Конкретно? Он живет конкретно? Где? Так, в общежитии. Он, да, он живет в общежитии, да? А его общежитие хорошее? Не знаю, не знаю. Да. Да, его общежитие хорошее, да? Да, Да, его общежитие хорошее. А, так. А, хорошо. А там есть спортивный зал? В общежитии есть спортивный зал? Есть спортивный зал? Но в общежитии есть спортивный зал? Ở trong ký túc xá có Của cái phòng gì? tập thể thao không? Sportive zone. À, Sportive zone. đa Em có nhìn thấy màn hình không? không thấy màn hình thầy ạ, màn hình của thầy nó không À. hiện lên ạ. Đó. Nhìn thấy màn hình rồi đúng không nào? Tạc. À. À, câu hỏi là gì nào? В общежитии есть спортивный зал? Ở trong ký túc xá có phòng tập thể thao không? Есть спортивный зал? Yes. Sportive zone. Em trả lời sao nào? Yes, sportive zone. В общежитии, да? Да, Есть библиотека в общежитии? Есть, да, есть библиотека в общежитии, да? Да. Так, кто потом рассказывает?
То потом рассказывает. Потом потом рассказывает. Рассказывает Сирпа. Сирпа, да? А, так. Где живут ее брат и сестра? Где живут ее брат и сестра? Они живут в Финляндии. Финляндия. А, Финляндии. 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 Да, Финляндии. Они живут в Финляндии, да? Да. А, хорошо. А где работает ее брат? Ее брат. Мой брат. Ее брат. Его. Ее какой? Ее брат. Ее брат. Я буду. Работает. На ферме. На ферме. На ферме. Да? Хорошо. А где учится ее сестра? Ее сестра. Где учится ее сестра? Ее сестра учится в университете. А, ее сестра учится в университете, да? Где, а ее родители работают? Мой. Нет. Май. Ее. Май. Ее. Ее. Ее родители. Ее родители. Родители на работают. Да, на работают. Они работают. Не работают, да? Да. Ее родители не работают. А где они живут? Они на пенсии, да, но где они живут? А в они зовут в живут? Зовут да. В Испании. Они живут в Испании, да? Да, да. Они живут в Испании. Так, они живут в Испании, это хорошо. Да, хорошо. Они живут в Испании. Так, значит, это наш текст, да? А, вот, надо хорошенько почитать. А, да, да. Так, а, хорошо. Bây giờ chúng ta trả lời những câu hỏi cũng tương tự như thế nhưng mà theo bài, theo theo giáo trình đấy. Где сейчас Иван Петрович и его ученики? Где сейчас Иван Петрович и его ученики? Ученики là tức là gì? Ученики là học. Học sinh. Học sinh. Bây giờ thầy Ivan Petrovich và các học sinh đang ở đâu? Trả lời thế nào? Trả lời là phải trả lời thế nào nhỉ? Họ đang ở trong họ. Trả lời là họ được không thầy? Anh Nhi được không ạ? Được rồi, anh Nhi đã. À, anh auto đi sửa lời thế nào? Anh auditoria. À, auditoria chuyển sang cách 6 là gì? Auditori. Auditoria. Auditoria đấy, chúng ta có từ auditoria, đúng nào đấy. À, auditoria đấy. Auditoria, tak. À, auditoria. À, đó, auditoria. Thế mà bây giờ muốn nói là họ đang ở trong phòng học. Они в аудитории. Đấy, они в аудитории. Đúng không nào? Đấy. Где они? Они в аудитории. Они в аудитории. Em nói nào. Они в аудитории. Они в аудитории. А, где сейчас Иван Петрович и его ученики? А, о, они в аудитории. Они в аудитории, да?
Они в Да. аудитории. Хорошо. Где лежат и книги, и тетради? Где Грэ... лежат и книги, и тетради? Лэнь-лэнь. Их книги и тетради Книги, тетради, лежат стали, на столе. зи, На столе, стали, она на стали, столе, да? А, да. книги и тетради лежат на столе, да? А, так. Что они изучают? Они... Что они изучают? Индюча джус. Грамма ники. Они изучают грамматику. Да? Амат грамматику. Да. Они изучают грамматику. А, так, они изучают грамматику. Грамматику, да? А, так, грамматику. Так. А, хорошо, они изучают грамматику. А, так, кто первый отвечает? Кто первый? От первый. Отвечает. Первый là gì? Là đầu tiên. Первый. Первый Đầu là đầu tiên, tiên. là thứ nhất, đấy. Thứ nhất, đấy. Thứ nhất là đầu tiên, đấy. Кто первый отвечает? Том отвечает. Том отвечает первый, да? Да. Том Том отвечает. отвечает первый, да? Первый. Кто отвечает первый? Где Том живет? Том trả lời Ани. Том живет. Том Живет. живёт Том Живет. живёт в Петербурге. 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 Рге. Петербурге. Рге. Да, Петербурге. Петербурге. Да, хорошо. Петербурге. Да, а где живут его родители? Они живут в Америке. В Америке. Америке. Они живут в Америке. В Бла-бла. В Америке. Америке. Они живут в Америке, да? Они живут в Америке, Они так? живут в В Америке. Америке, В да. Они живут в Америке. Америке. Так, хорошо. А кто отвечает потом? Кто потом отвечает? Пастом отвечает Сиропа. Рамон. Да? Потом Рамон. отвечает Рамон. Где Да. живет Рамон? Где живет Рамон? Рамон. Он Он живет. живёт Он живет. Рамон Он Пиче в Петербурге. Он живет в Пиче Петербурге, да? Он живет в Петербурге, да? Так, хорошо. А, так, где живут брат и сестра Сирпы? Где живут брат и сестра Сирпы? Где живут брат и сестра Сирпы? Ở đâu nhỉ? Они... À, không phải. Они живут где? Они живут... Они живут... В... Они живут в... Испании. Нет, Испании. нет. Они живут в Финляндии. А, Финляндии. Да? Они живут в Они зовут... Финляндии. Они Да. зовут... Живут. Они живут в Финляндии. А где работает ее брат? Где? Где?
Работает Работает ее брат. Ее брат. Где работает ее брат? Где его брат? Ее брат. Где ее брат? Работает на ферме. А, ее брат работает на ферме. На ферме, да? Ее брат работает на фирме, да? А, так, да? Правильно, да? А, хорошо, ее брат работает на фирме. А, хорошо. А, где учится ее сестра? Где учится? Его сестра учится. Учиться в университете. В университете. Да, в университете. В университете. Его сестра учится в университете. Да. В университете. Да. В университете. Да? Его сестра учится в университете. А где живут ее родители? Они живут в Испании, да? Да? À, đó, thế như vậy em thấy cái bài này là gì nào? Cái bài này nó là một cái bài mà chúng ta học về cách 6, đấy. Cách 6. Cách 6 là gì? Đó là danh từ với lại giới từ na hoặc là giới từ vật. Nó chỉ cái gì? Nó chỉ địa điểm, đấy. Nơi chốn. À, ý là nó chỉ nơi chốn, đấy. À, на столе ở trên bàn. В Петербурге, Петербург, да? В Америке, ла, Ми, да? Да, в общежитии, ла, ки тук са. А, ты зи, зи, на? В Финляндии, Финланд. В Испании, на фирме, в университете, да? А, да. Да, это cái tập hợp từ mà nó chỉ nơi chốn, đi với giới từ vật và giới từ na, да? Да, так вот. Так что? Да. А, thế như vậy là em cần phải đọc lại kỹ cái bài này hơn nữa, да? Đọc ít nữa. Em cần phải đọc ra ít ra phải độ khoảng ít ra phải khoảng chục lần nữa đi để cho nó nói thành thạo đi đấy. Những cái từ đặc biệt là những cái từ dài cố gắng nói bằng được những cái từ dài. Nếu em đã nói được những từ dài rồi thì lần sau em gặp những cái từ nó ngắn hơn em sẽ rất là dễ nói đấy. Đó, nguyên tắc làm việc nó là như thế đấy. À, хорошо. Thế như vậy là bài học chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. Đấy, хорошо. Đấy. Вот. À, cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài học ngày hôm sau. Thầy, có mấy cái từ mà em khó đọc với thầy phiên âm cho em để em đọc lại cho nó dễ được không ạ? Đã được đấy. À đó. Những từ đó mình có thể phiên âm được. À để tí nữa mình sẽ làm cho nhé, xong mình gửi cho nhé. Đấy. Dạ vâng ạ. Bởi vì là bây giờ là đến giờ của bạn học sau đấy. Vâng. Ладно, спасибо, до свидания. Да, до свидания. До свидания, да. Пока. Да.